Привет, друзья! И вы снова на канале Василия Теркина. И с вами снова я, правильно, Авдей 160. Неожиданно, ну а что делать? Итак, господа, пока мы там все дружненько отдыхали, мы можем укрепить наш корыце на целых немножечко, совсем чуть-чуть. В течение одной минуты. О, а вот здесь косячок произошел. Надо же было же как-то ж... Чтобы парень-то... В общем, я так понял, лагануло все, и чувак как там убежал. Это присутствует данный косяк на старых версиях игры. Есть подобное чудо, когда значит, войска просто заходишь, они берут и убегают. И убежали. Эй, куда? Стойте! Врагов почему-то крайне мало. Ну, тех, скажем, с которых мы 100% можем победить. Очень мало врагов. И думаешь, а что же делать, господа? Тут вот такая. Прям как быть, как быть. Пока, я думаю, придержим. Давайте начнем со 100%. Угу. Ну, вот это что-то вроде подходящее нам. Потому что здесь мы можем шмальнуть вот сюда. И вот сюда. И вот сюда. И все. Так. Так. И так. И, я думаю, стоит начать огневую атаку прямо вот до отседова. Потому что, значит, чувачки... Чувачки и что-то вот в этом все духа. Духи надо подлечить парней. Значит, и атаковать. Атаковать, но надо атаковать осторожненько. Потому что здесь у нас минки повсюду. Неудачные, неуправляемые солдаты. Эта штука страшная. Значит, господа, в комментариях прочитал, что... Ну, я, в принципе, и так видел, но... В общем, что я могу сказать за героев? Я думаю, данную историю я расскажу на основном аккаунте, потому что, скажем так, наиболее актуально будет, наверное, послушать это там. По той простой причине, что, в общем, уровень, который предусмотрен для, в общем, получения этих самых героев, он как бы вот будет открыт только людям с довольно-таки высоким, значит, стажем игры, потому что надо будет исследовать архипелаги и уже оттуда, то есть там что-то как-то подыскивать, находить и уже, то есть, действовать там согласно обстановке. Так, ну вот здесь, я думаю, попробуем и уйдем просто вот туда на дальничок. На дальничок уйдем, сейчас вот мы максимально подойдем и оп! Вот сюда по центру идем. Потом, оп, вот сюда по центру идем. Опа, вот так. Тихо. Постой, подожди, не стреляй ни в кого. И уходим подальше. Подальше. Один парень все-таки успел как-то умереть. Непонятно как. Но, в общем, он успел. Значит... По первости, конечно, лучше, чтобы, ну, все походило так. Проходило так, как есть. Лучше обходить основные, скажем так, укрепленные рубежи данного противника и, скажем так, уже там мутиться. Есть люди, которые настолько тупые, что продолжают писать даже когда им надо. Все, я просто не буду отвечать, и на этом, в общем, все. Значит, что мы будем делать дальше? Итак, будем делать дальше разведывать. Но нам нужно, наверное, сперва восстановить армию Рохана, которую мы потеряли. Частично. Уже все. Так, деньжата. Собрать деньжат. А пока мы тут, в общем, мучаемся, надо что-то легенькое. То, что не займет много времени, один час, что уже начало придавливать прям. Ну, давайте. В принципе, финансовые средства нам нужны, поэтому денежки нам пригодятся. Давайте улучшим на 45 минут, если что, вкинем камушулик.
Так, четвертый уровень, нам нужен шестой. Что тут у нас на яхте пришло? А на яхте пришло, что можно взять, наверное, давайте денег, денег, денег. Денег, как правило, много. Вот ресурсов тоже и непонятно. Ладно, возьмем деньги. Деньги решают все. Итак, 12 косарей, можно было бы за 13 открыть чего-нибудь. Ладно, надо атаковать. Атаковать только кого? Давайте посмотрим кого и подумаем. Может быть, что-то какая-то гениальная идея все-таки родится в нашем мозге или мозгу. Я вот честно не вижу как такового такой атаки, чтобы никого не потерять. Вот честно, не вижу. Просто не вижу. А люди настолько тупые, что продолжают писать. Хотя ты сказал им, что не надо. Все. Финита ля камень. Не, никого мы не потеряли. Это просто у нас корыца здесь уже улучшенная настолько, что мы можем погрузить туда 8 бойцов. 8. А не 7, как было ранее. Так, здесь что-то страшное. Страшное. Страшный человек. Ну, в смысле, некрасивый. Так. Здоровье. Здоровье. Ага, тут статуэточка уже стоит. Да, ну, в данном этапе, конечно, это уже нехило здоровье тут дается. И это шестого уровня нет. Пока моя писюлька слишком мала, чтобы поднимать ее на таких больших дядек. Но однажды мы встанем с колен. Так, что здесь у нас? Пулемет, значит, на доработке. Это осиное гнездо до нас не дострелит. Угу. И в этот момент Остап Бендер понял, что надо тратить деньги. Потому что у парня там нехилая сумма, и я планирую на него напасть. Нельзя. Нельзя удалять. Слишком. Так. Нет. Нет, нужно больше леса. Выкапываем, выкарчиваем. Больше, больше леса. Вот жалко, конечно, что суммы не хватает, чтобы уже открыть что-то. Но пока тоже за травишек накопали. Все неплохо. Знаете, как хорошо пошло-то до данного этапа. А вот это и вот это уже. Все. Оттуда, чтобы копать, надо. Все. К сожалению. А нет, вот еще ветку нашел-то одну. А рядочек, который можно подвыкопать. Все, тут уже нельзя. Все. 4000. Ну давайте попробуем. Попробуем что-то сделать. Не уверен, что получится, но. Значит, пулеметное гнездо на улучшение. Здесь вот один косяк с вот этой вот вышкой. Вот один единственный косяк, что здесь вот сюда стреляя, значит, сейчас я, значит, достану мышь. Стреляя, в общем, вот сюда, мы сможем получить 3, 6, 9 энергии. Но надо будет потратить 3 залпа. После чего мы сможем обстрелять вот эту штукенцию. Но не пойму смысл, мы не снесем ее. Поэтому я думаю, надо здесь реализоваться и пронести вот эти все штукенции. И стоять уже просто на аптечке и надеяться, что на самое лучшее. Так мы и сделаем. Значит, оптимизм и склеенный, это все склеено жевательной резинкой, я думаю, пойдет. Ага, и третий залп должен утащить. Не утащил. А все странно. Нет, надо отступить и перестрелять. Потому что надо было брать немножечко левее. Больше, значит, так урона брать на здания, которые нам нужны. А нужны нам вот эти два здания. Понятно, что хотелось бы притащить за собой за ушки. Притащить, значит, эту вышку, но почему-то она не притащила. И опять, ну нет, значит все. Значит она просто крепше. Как воин, как мужчина. Просто крепше и все. Так, я думаю, в этот момент надо сделать вот так вот и вот так вот. Подорвались, пацаны. Так, сейчас скосим все, что у нас есть вот тут. Сейчас такое ощущение, как будто просто, не знаю, какой-то шквал огня накинулся на базу.
И вот теперь нам нужна аптечка, одна несчастная аптечка. Пока, кстати, нас не видит никто, мы стреляем. Подождем. 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 Еще рано. 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 Вот теперь пора. Вот теперь парашечки. Давай, давайте, парни, стреляйте. Дело в том, что если я кинусь туда, то меня, я думаю, заластает вторая вышка. А так, ну, может быть, уйдет один, да, гор, и все. Вот и победа. Ценой одного Арнольда Шварценеггера мы порешали. Восстановим, укрепим. Так, разведаем, попробуем, посмотрим. Ну что ж, тут у товарища довольно-таки все так жестко раскидано, что пока он нам не по зубам. Посмотрим, может быть, кто-то другой на его месте будет более заговорчив. Так, ну это же совсем другой табак, господа. Совсем другой табак. Я не понимаю, что сейчас происходит. Возможно, товарищ просто понижает уровень, либо он думает серьезно, что здесь нельзя пройти. Вот видите, вот здесь есть маленькая щелочка. Эта маленькая щелочка говорит нам о том, что мы можем в нее войти. А если мы можем в нее войти, значит мы можем из нее и выйти. Но так как нам нужно только войти, ага, у нас тут ресиков пачка целая, надо куда-то их реализовать. А чтобы их реализовать, нам надо ускорить сей процесс. Ускоряем. Значит, что нам надо прокачать? 13 тысяч надо. Так, нам нужен склады. Склады прокачать. Но на 3000 это смысла я не вижу. Улучшаться на 3000, 2000. Что-то нужно глобальное. 600. Вообще ни о чем. Так, вот тут сколько? 9. Вот это другой табак. 9. Совсем другое дело. И, значит, есть 12. 12 тысяч. Что с ними делать, хз? Вот просто ни туда, ни сюда. Думаю, да, стоит попросить, что тут можно улучшить, то и поставить на улучшение. В принципе, как таковая аптечка всегда актуальна. Поэтому будем улучшать аптечку. Будем улучшать. Итак, значит, что мы сделаем? Я думаю, здесь стоит сделать вот так, дабы ускорить сей процесс. Сейчас будет смешно, если недостаточно будет денег для атаки. М-да. И в этот момент Остап Бендер понял, что его будут бить. И вообще, надо было на 390 ставить-то. Ух. Ну что ж, как говорит один мой знакомый, так он, в общем, и говорит. Пока все. На этом как бы вот и улучшалочка даже закончится вот так вот. Как есть. Тут как раз час, тут два. В общем, всем спасибо, всем пока. Ждите следующей атаки.